На базе Казанского государственного энергетического университета смогут готовить и студентов, будущих электромонтеров и электромонтажников. Возможно ли в короткие сроки превратить новичка в опытного специалиста, выясняла Аделя Шамилова. Новейший студенческий центр прикладных компетенций «ElectroSkills» открыл свои двери для будущих монтажников и электромонтеров. Расположился данный центр на площадке Казанского государственного энергетического университета. В церемонии открытия приняли участие весьма почетные гости – президент «Шейдер Электрик» и генеральный директор сетевой компании. Учебная площадка предназначена для обучения рабочим профессиям, а также для тренировок татарстанской команды перед WorldSkills. В рабочем зале расположилось несколько зон для программирования, монтажных и слесарно-ремонтных работ. Особая гордость электроскиллса – сверлильные токарные станки с фрезерным числовым программным управлением. К слову, все то, что является последним словом техники, которое есть на производствах. Да, действительно, благодаря технологии мы вместе помогаем подготовление кадров для будущего. Но одновременно, конечно, мы постоянно тоже посмотрим, какие студенты являются самыми яркими, потому что, естественно, мы хотим, чтобы эти самые яркие студенты будут наши будущие сотрудников. Да. Студенты и сотрудники КГУ по достоинству оценили возможности новейшего центра и приготовили нужные расходные материалы, которые совсем скоро пойдут в ход. Студенты-бакалавры будут обучаться профессии электромонтер, электромонтажник. И все желающие с города, которые хотят приобрести профессию вот этого направления, тоже могут здесь готовиться. Получается, мы собрали три щита. Щит освещения, щит учетно-распределительный. И сейчас занимаемся над разработкой щита управления. Мой коллега занимается программированием щита управления. Получается, наш двигатель будет работать через компьютер. На сегодняшний день направление подготовки электромонтеров и электроинженеров крайне важно, ведь у современных компаний действительно есть большой голод в специалистах. Приглашенные гости отметили, что довольно серьезный центр прикладных компетенций ElectroSkills наверняка поспособствует решению этой проблемы на благо всей республики, страны и даже за ее пределами. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.